Друзья, всем привет! С вами я, Чайковская Екатерина. И я вам расскажу про 7 полезных лайфхаков для Adobe Illustrator. Лайфхак номер 4. Обтравочная маска. Еще один интересный зверь, с которым вы можете столкнуться, открыв чужие файлы. Либо открыв файл, который сделан в более новой версии. Вы его видите, вроде как и текст, вроде как и хочется что-то с ним сделать, к примеру, но вы этого сделать не можете. Либо вы видите внутри какие-то объекты, но при этом возникает вокруг них какая-то рамочка, но корректировать вы их не можете. Обязательно нажимайте на правую кнопочку мыши. И если вы видите в меню «Отменить обтравочную маску», вам нужно это сделать. Тогда вы сможете откорректировать, и ваш текст появится. Или это объекты, либо то, что находится внутри. Обтравочная маска – это своего рода контейнер. То есть вы можете сделать ее сами. Вы выбираете какой-то объект, после этого вы его кладете на самый верхний слой, выделяете все объекты, которые вы хотите, чтобы попали внутрь этой маски, и правой кнопочкой мыши нажимаете на ваши выделенные объекты «Создать обтравочную маску». И все, что у вас находилось, попадает как будто внутрь данного контейнера.